Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и мы продолжаем проходить игру под названием Yurtoy. Ну что ж, ребят, в прошлой серии мы нашли определенное количество предметов, но, к сожалению, я пока что не знаю, куда их нужно применять. Ну как, догадываюсь, что изолента нам нужна для того, чтобы починить, скорее всего, розетку эту. Но для этого нам нужно где-то найти еще кабель. И я, ребят, благодарен, что вы мне подсказываете в комментариях, что нужно делать. Поэтому сразу хочу воспользоваться вашим советом. Так. Насколько я понял, мне нужно сейчас будет, ребята, вот тут вот расчистить этот засор, просто посмотреть взглядом. Так, подожди-ка, что-то у меня не получилось. Давай зайдем заново. Просто посмотреть на эти листочки бумаги и как-то их сдвинуть. Но пока что у меня не выходит. Вот так, наверное, нужно все сделать. Так. У меня заиграла мобила. До этого такого не было. Неизвестный номер. Кто-то позвонил и сбросил. Окей, а сообщений больше нет? Походу нет. Так, ребят, давайте продолжим. Вот, надо просто было посмотреть на этот засор и прочистить его. Только что мы там с вами найдем, я даже не могу представить. Какая-то бумажка. Окей. Что-то еще? О, блин! Твою же! Это было неожиданно. Смотрите, выпала какая-то еще бумажка. Давай поиграем вместе. Мне пришла смс-ка. Так, кто-то вышел, походу, из той кабинки, которая была заперта. Ладно, сейчас узнаем. Так, тут так и до сих пор не работает. Ну, ничего. Честно сказать, неохота, ребят, выходить, но нужно. Кто-то вышел из этой кабинки. Это по-любому. Нет? Давайте осмотримся. Нет же никого? Хорошо. Тогда посмотрим, что это у нас такое. Ну, это какие-то два обрывка, которые нужно соединить. А посмотреть. Я хочу просто посмотреть, что тут нарисовано. Какая-то птичка. И... Ну, я не знаю, ребят, это то ли обезьянка, то ли какой-то медвежонок. Только как это нам поможет? Ничего не появилось? Нет. Ладно. Давайте сейчас выключим... Точнее, включим свет. По идее, ребята, вот это должно быть сохранение. Вот же сохранилось. Почему-то до этого у меня не сохранялась игра так. Может быть, что-то сейчас в мешках появится? Нет, ничего. Здесь тоже ничего нету. Так, ребят, что я еще не осмотрел? Ну, с писсуарами я тут вроде уже все включал. Значит, воды вот непонятно. Так, мы с вами... В принципе, внизу уже все осмотрели.
Надо посмотреть, что еще вверху. Может быть, полезно. Зайти в кабинки. Ага, отвертка. Так ее сразу было не увидеть. Давайте еще смотрим, может, что-то вверху где-то лежит. Потому что в этой игре, ребят, надо осматривать каждый уголок. Паутина. Тоже ничего. Так. И теперь давайте подумаем. У нас есть отвертка. С нами кто-то хочет поиграть. Так, трубы я еще не осмотрел. Так, окей. Так, посмотрим, сколько у нас предметов. У нас есть отвертка. Отвертка для того, чтобы что-то починить или что-то разобрать. Но тут мы как отверткой починим? Мы ничего тут не сделаем. А, ребят, вспомнил. В самой первой кабинке, в которой мы с вами сидели. Вот, там была розетка, и тут как раз мы видим, что нужна отвертка. Это не отвертка. Угу. Мы взяли розетку. Не отсоединили контакты. Но больше ничего нет, это точно? Окей. Походу, ребят, я понял, куда ее нужно использовать. Как раз у нас идет замыкание. Мы ее поставим. Отвертка все у нас есть. Мы починили механизм. Теперь, наверное, можно будет включить здесь все. Нет. Нет, это не то. Опасно там, типа, все понятно, но чего-то у нас не хватает, чтобы здесь активировать механизм. Как-то надо включить это, и тогда, скорее всего, что-то должно произойти. Воу! Что произошло с зеркалом? Оно потемнело. И смотрите, сейчас мы что-то можем использовать на зеркало. Ну, я попробую все, конечно. По идее, сейчас какую-то тряпочку, чтобы, наверное, протереть его. Но, конечно, буду все использовать. Даже вантус. Нет, это не то. Мне еще интересен вот этот код. По телефону мы звонили, но ничего не произошло. Но на зеркала что-то можно использовать, только что. Не знаю. Сейчас, возможно, что-то произойдет, просто надо отключить свет будет. Блин. Твою ж мать. Мне кажется, ребят, сейчас что-то должно появиться. Просто надо вырубить свет будет. И как-то взаимодействовать с этим зеркалом. А смотрите, пропало все. Ну и с водой, конечно, не совсем понятно. Это какая-то головоломка тоже. Какой-то крантик надо вырубить, скорее всего, какой-то оставить. И что-то должно произойти. Ладно, сейчас мы вырубим свет. И посмотрим. Кто-то сходил в туалет. Ну кто? Тот, кто сидит там.
Как-то страхово, конечно, идти туда. Сейчас. Зайти нельзя. Окей. Не совсем разборчивый голос был. Что нам хотел сказать? Так. Еще одна записка. Вернее, сохранение выполнено. Отлично. Вернее, ребят, это знаете что? Это еще одна недостающая часть, которую мы должны с вами объединить. Это как карта. Нет, я хочу просто посмотреть. Там еще одна птичка. Солнце вроде бы. Ну, походу, тут еще где-то 2-3 части не хватает. Давай. Так, меня закрыли? Блин. Без света вообще нечего делать. Так, если нам подергать этот крантик? Нет, он не работает. Ни в какую. Мне показалось, что там что-то лежит. Нет, ребят, пока что здесь ничего нету. Ну ладно, продвигаемся дальше. Иногда вот эти отблески молнии пугают. Один, три, два. Это пароль. Это подсказка, какой кран нужно включить первым, какой второй. А если сейчас мы включим свет, то это, наверное, изображение пропадет. Да. Зачем я его беру? Мне нужно, наоборот, его поставить на место и перекрыть. Так, все. Оставляем пока крантик тут. Блин, надо этот буду забрать. Использование. Блин, используйся. Так, воду вырубаем. Тут я воду вырубил. Отлично. Ну, начинаем. 1, 2, 3. Все, ясно. Мы забираем. Подожди, не тот. Зачем этот это открыл? Сейчас же ничего не получится. Наверное, надо забрать. Сбили весь цикл. Давайте заново. Начинаем. Первый пошел. Второй. Третий. Ничего не происходит? Это довольно странно. Раньше же тут нельзя было использовать предмет. Так, давайте проверим сразу туалет еще.
Пусто. Тут, по идее, что у нас? Видимо, засор. Нужно использовать вантус. И что там у нас? Угу. Так. Молоточек, молоточек. Нужна рукоятка. У нас что-то было похоже на рукоятку. Вот, походу, ребят. Отлично. У нас молоток. Теперь хоть мы сможем защищаться от монстров. Если, конечно, они будут. Так, ладно. Смотрим. Использовать предмет. Надеюсь, это было разумно. Никак не разбить стекло. Может, по такой же очередности надо бить их? Нет. Но что-то за этими стеклами, видимо, есть. Давайте пока включим свет. Так. Что мы можем разбить еще? А, ребят, в прошлой серии, помните, мы еще подходили к окнам? Теперь можно их разбить. Только в какой последовательности? Или это без разницы? Это тоже не то. Ну, конечно, можно методом научного тыка. Нет, они все опять становятся в норме. Значит, что-то не то я делаю. Стекло у двери нельзя разбить? Может, свет выключить надо? Они все налаживаются. Нет, это все. Ребят, должна быть какая-то подсказка. Какая-то записка или что-то. Поэтому давайте будем искать ее. Что-то мы должны найти с вами. В раковине точно больше ничего нету? Нет, тут ничего нету. Надо посмотреть комнатушки. Эти кабинки. Может, что-то здесь надо посмотреть, изучить? Ну же, призрак или кто-то там есть. Дай нам подсказку. Так, смотрите, что-то появилось. Проводка. Ну, проводка куда она вам пригодится? Только сюда, наверное. Может, что-то здесь не подсоединено еще? Ее надо обмотать изолентой, наверное. Сперва соединить провода. Да, точно надо, ребята, будет. Смотрите. У нас есть провод. Мы сейчас просто подконнектим его сюда. И изолентой все тут сделаем. Так, для этого надо просто объединить предметы. Вот для чего нам. Я же до этого еще говорил, что изолента нужна была для того, чтобы найти кабель. Его с чем-то взаимодействовать. Ну, с проводом каким-нибудь. Нет. А вот это странно. А что странного? Вот. Все ясно. Вот же у нас, в принципе, все есть. Так, объединить.
Дальше объединить. Что, мы не электрики, что ли, ребят, да? Справимся. Ну вот и готов провод. И сейчас просто надо будет подсоединить сюда, подконнектить, и все должно заработать. Похоже, нашему приятелю не нравится то, что мы делаем. Ну, зеркало отодвинуло. О, блин, твою мать. Трещина в стене. Ну, разумно использовать молоток. Или вантусом будем стучаться. Давай. Тараканы. Кто-то злится на меня в каморке. Ну, в кабинке. Вот этого не надо. Что за хрень? Мы его разозлили? О, бежать надо! Черт! А что он такой здоровый-то? О, черт, ребята! Мне не по себе. Я не знаю, может свет... Может надо свет включить? Ни хрена. Свет не работает. Ну сейчас попробуем, может быть его свет отгонит. Если нет, то надо спрятаться в каморку. Сейчас заманим его сюда. Так, а у нас соли нету там или что-нибудь такое, чтобы как-то его... Нет, ни хрена не работает. О, черт! Твою ж мать! Быстрее в каморку! Быстрее! 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 Закрывай дверь! Надеюсь, не достанет нас? Чертов ублюдок! Воу-воу-воу! Полегче! Ты же меня не открывал, когда я тебе стучался в дверь! Сейчас я тебе должен открыть? Походу, мы в западне. Черт, ребят. А может, надо было забежать в его каморку? Но он не уходит. Ну, я вырубил свет, чтобы, может, он не видел меня. Может, он на свет идет? Ох, ребят, не знаешь, нет, ну придется выходить, наверное. Так не хочется делать. Где ты? Где ты? Так, сейчас мы попробуем в его каморку забежать. Давай, давай, иди сюда. Я лучше варианта не вижу. Давай, 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 приятель. Выжидаем. Вот, экшен-то, ребят, пошел, да? Так, давайте трезво подумаем, что можно делать. Не стучи. Началась игра. Поиграй со мной. Может быть, молотком нужно разбивать другие зеркала? Или стекла? Потому что мы разбили стекло, сломали стену, этого разозлило. Вот, ребят, в чем суть, наверное. Так. Где он? Так, стекло в порядке. Пробуем зеркало. Зеркало восстановилось. А, надо стучать дальше по стенке. Все, ребят, понял. Все, я понял. Просто я был так шокирован его появлением, что сразу не сообразил. Надо дальше доломать стенку. О-о-о! Какой мерзавец. Давай, иди сюда. Главное, у него такая пасть с шипами прямо. Давай, фигачим.
Все, сейчас доломаем, ребят. Не, реально был так шокирован его появлением, что забыл, что мы делали, что ломали стенку. Что он там, интересно, бормочет? Давай, я здесь. Шустрый малый. Интересно, сколько надо еще ударов сделать по стенке, чтобы ее до конца доломать? Ну, еще прилично ударов, походу. Давай, давай, иди сюда. Так, ключ. Ключ. Мы взяли ключ. Он исчез. Свет. Почему свет не работает? Так. Это все бесполезно. Так, давайте сейчас посмотрим. Мы нашли ключ. От чего он может быть? Время. А тут что у нас написано было? Какая-то капля или слеза. Попробуем тогда применить для двери. Это у нас не использовался ключ. Да? О-о-о. Ого! Нам нужно двигаться дальше. Так, а вот у нас здесь еще была одна фигня. Вот она. Тут же тоже вроде как что-то можно было открыть, нет? Не знаю, ребят. Блин, почему свет нельзя включать? Его когда включаешь, сохраняешься. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу, полегче. Это... Иди за мячиком, наверное. Надо забрать его. А, дочь, я всегда не понимаю, почему медвежонок умеет ходить. Так хочешь узнать, что внутри его тела. Блин, на каких-то иероглифах написано. Мяч взять нельзя? Точно? Ладно, выдвигаемся. А, давайте посмотрим, что покажет нам мобила. Хоть узнаем, где мы находимся. Но мы также находимся в школе. Новых сообщений нету. Да. Ладно, идем, ребят. Идем, идем. А, какой-то тусклый фонарик. Вот, ладно, что-то хоть подсвечивает. Опять ты! Ай, твою же мать! А, нет, он побежал из той комнаты, из которой мы вышли. Тут такой лабиринт. Было два направления. Я почему-то пошел направо. Он идет за нами, нет? Ну, в любом случае, нам нужно бежать. Детский смех. Неприятно. Ну, в принципе, наверное, разницы не было. Наверное. Блин. О, вот это жутковато, ребят, становится. Когда такая темнота и... О, черт! Вон сзади. Блин. Что это там было? Какая-то стена, ее разломать, наверное, надо будет. Я не знаю, ребят. Смотреть на телефон-то времени вообще нету. Хотя, подождите, когда мы так включаем предметы, они же... Он не двигается, наверное. Нет, мы также находимся в школе. Ладно. Ну, короче... Это лабиринт. Все ясно.
Нам нужно найти выход. Выход, скорее всего, то, что мы видели там. Стен какая-то была. Ну, как бы стена сложена из кирпичей. Ой, из кирпичей. Какие кирпичи, ребят, говорю, из этого? Так, это обратно мы возвращаемся. Походу, да? Да, это мы обратно вернулись. Походу. Дверь закрыта. Ну, все ясно, ребят. Нужно возвращаться. И там, скорее всего, эту стенку сломать из камней. Если, конечно, нам этот Мишка позволит это сделать. Он настроен крайне враждебно к нам. Но чем ближе мы к ним подходим, тем четче слышен смех. Так. Он бежит, ага. Короче, надо заманить за собой его. И потом уже спокойно разломать стенку. Ну ладно, хоть, ребят, что он издает такие звуки, что мы слышим о его приближении. Ну давай, давай, иди сюда. Все равно обломаешься. Так, поворот, поворот, поворот. Нам туда вроде бы. Насколько я правильно все понял. Только не говори, что где-то тут поблизости опять. Он перемещается, твою мать. Как я в прошлый раз нашел ту стенку? Блин, ну это, конечно, не очень хорошо, что он тут порталами пользуется. В этом будет сложность. Радует, что он двигается не так быстро. По идее, его надо удерживать на хвосте у себя. Тогда мы стенку сможем сломать. Все, он исчез, смотрите. Он исчез. А, мы вернулись обратно. Что за звук был там? Ладно. Надо как-то сосредоточиться. Блин, как так я первый раз шел так в правильном направлении сразу? Набрел. Давай быстрее! Что ты медленно ломаешь? Все, давай, давай, беги. Это детская комната, трактор Лего, подушки, телефончик, часы. Ну зачем так делать? А, чтобы я записку не пропустил. Так, дождь. Сшитый медвежонок все еще выглядел некрасивым. Я его бросил в таз, но на это он не реагировал. Потом попытался его сжечь. Реакции все-таки не было. Это ты так издевался своим медвежонком? Динозаврик. Красиво.
С вами всегда детство нравились эти резиновые динозаврики. Почему так, не знаю. Облом? Да не, у нас должен быть ключ. По-любому этот ключ как-то поможет. Нет! Не верю. И что вы предлагаете? Ну, предмет мы никакой применить не можем, смотрите, да? Просто доломать дверь? Глазок посмотреть? Это не стоит делать. Ну, значит, ключ где-то должен находиться поблизости, и нам придется сейчас вновь смотреть все тут, обыскивать. А в такой темноте и в таком огромном лабиринте это, ребят, конечно, не очень все перспективно, скажем так, для нас. Но у нас не остается выбора. Блин, жалко, что сохранений так и не было. Но он там бродит, ждет меня. Ну что ж, ребята, я предлагаю тогда эту серию завершить здесь, на этом месте. В следующей серии мы попытаемся найти ключ. Надеюсь, мы его с вами найдем. Ну а с вами был Хоакин. Подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк. Всем пока и до новых встреч!